уже состоялось три заседания Конституционной комиссии, подготовленный текст изменений по разделу об основных правах и свободах человека и гражданина. Там вносятся изменения в 14 статей на данный момент. Также по итогам работы Конституционной комиссии подготовлен текст изменений в раздел по избирательной системе. Также подготовлены изменения где-то по 8 статьям этого раздела. На третьем заседании Конституционной комиссии рассматривался вопрос о возможном перераспределении полномочий между президентом и правительством. Завтра мы будем рассматривать вопрос на заседании Конституционной комиссии о функциях и полномочиях парламента. Поэтому важнейшая задача перед Конституционной комиссией – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления. Поэтому сегодня на встрече с президентом обсуждались некоторые аспекты этого перераспределения, потому что вопрос стоит о том, чтобы мы сохранили, с одной стороны, сильную президентскую власть, с другой стороны, чтобы была повышена активность правительства, ну и, соответственно, парламента. Работа Конституционной комиссии будет планово продолжаться. У нас еще запланировано проведение 6 заседаний Конституционной комиссии, и мы работаем системно, тщательно анализируем обращения и предложения граждан по изменению Конституции. Предложений поступает тысячами. Мы очень внимательно относимся к предложениям граждан, поскольку Конституция – это общественный договор об устройстве общества и государства, о системе государственной власти, о взаимоотношениях личности, общества и государства. Поэтому очень важно сегодня чувствовать, видеть и слышать граждан, какие у них имеются пожелания, какой должен быть обновленный основной закон нашей страны, по которому нам, всем гражданам Республики Беларусь, необходимо будет дальше продолжать жить, работать и действовать.